На Липецкой улице сегодня днем рейсовый автобус сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Вот кадры видеорегистратора, на которых видно. Автомобили в среднем и левом ряду останавливаются, чтобы пропустить пешехода, в то время как автобус, следовавший по маршруту номер 690, продолжает движение по выделенной полосе, сбивая человека. От удара женщину отбросило на несколько метров вперед. По предварительным данным, сейчас состояние пострадавшей тяжелое. Женщина в коме, и за ее жизнь борются врачи.